Команда «Спартака» ведь проиграла со счетом 3-2 казанскому «Акбарсу» и теперь будет бороться за 5-6 место с командой «Автомобилист» из города Екатеринбурга. Рядом со мной вратарь команды «Спартаковец» Илья Зазули. Илья, что не удалось в сегодняшний матч? Ну, чуть-чуть не хватило нам везения, ну и мастерства. Вы пропустили три необязательных гола, а потом пришлось отыгрываться. Как можно было избежать? Ну, меньше удаляться и играть в обороне, возвращаться назад. В начале матча команда себя чувствовала немного неуверенно. Почему? Ну, было волнение, так как команда соперника сильная, и был выход в одну, вторую финал. Как считаешь, что команда попала в четвертьфинал, это нормальный результат? Ну, для нашего уровня очень хорошо. Своей игрой сегодня доволен? Да, много отбивал.